Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам мод, который добавляет камеру в Minecraft Pocket Edition. Ну, после установки данного мода у нас появится вот такая камера. Давайте поставим ее и рассмотрим. Ну, так будет выглядеть она. Но для того, чтобы назвать камеру, нам нужно тапнуть по ней и набрать команду game name и написать любое название. Пишем game name и пишем, допустим, там цифру или букву или целое название. И нам сообщает, что камера, как бы сказать, названа. И также мы можем ее сломать. И все. И наша камера ломается. И такой камеры больше не будет. Давайте я еще раз покажу. Вводим команду game name и пишем любое название. Название может быть очень сложное, может быть очень простым. Все. А также присутствует второй вид камеры. Это камера, которая наблюдает за мобом. Для этого нам нужно заспавнить любого моба. Допустим, это будет житель. Тапаем этой камеры по жителю. И мы... Так, сейчас возьму зажигалку. И мы превращаемся как бы в моба. Точнее, наблюдаем за мобом. Вот наше тело, которое мы можем управлять. Но жителя мы управлять не можем. Он сам ходит. Сам все делает. Так, сейчас я нечаянно поджег. Ладно. Гори, гори. Так, почему-то он горит, не уходит, странно. Ну все, я превратился обратно в свое тело, да? Давайте теперь попробуем это сделать с оцелотом. Так, ставим оцелота. А, нет, давайте я перейду в обычный режим. Вот так. И попробуем мы зайти за оцелота, да? Понаблюдать, так сказать, за оцелотом. Так, где он? Так, где вы? А, вот. Так, бежим. Так, нет, давайте лучше полетим, да? И догоним его. Все, отлично, я его догнал. И, как видите, он еще бежит. Так, вот там далеки я. Давайте развернемся и побежим на него. Как видите, он очень быстро побежал. Все выглядит классно. И замечательно. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.